Приветствую всех на канале Есть Поесть, и сегодня предлагаю очень вкусный пирог, рассыпчатый, нежный, бесконечно ароматный, с освежающим, сочным вкусом лимона. Пирог постный, поэтому весьма бюджетный. Готовится очень просто, а список ингредиентов смотрите под описанием к видео. Лимон вместе с кожицей нарезаю кусочками, удаляю косточки, добавляю сахар, ванильный сахар и соль и 2 столовые ложки с горкой кокосовой стружки. Сюда же выливаю рафинированное растительное масло, можно взять подсолнечное, можно оливковое, и прорабатываю погружным блендером. Я оставляю совсем небольшие кусочки кожицы лимона. А вы, если хотите, добивайтесь однородности. Далее добавляю теплую воду до общего объема 450 мл и размешиваю. Выливаю смесь в миску, добавляю манную крупу и муку, в которой уже размешан разрыхлитель. Замешиваю тесто, оно должно получиться таким достаточно густым. Выкладываю в форму, смазанную растительным маслом. Размеры формы у меня 20 на 20 сантиметров. И разравниваю. Сверху посыпаю кокосовой стружкой и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку минут на 40-45. А вы ориентируйтесь по своей духовке, проверяя на готовность деревянной палочкой. Готовому пирогу нужно дать немного остыть и можно подавать. Посмотрите, какая получается красота, а аромат не передать словами. Просто благоухание лимона с небольшой ноткой кокоса. Благодаря манной крупе пирог имеет рассыпчатую структуру. И несмотря на то, что я не даю ей набухнуть, естественно, она не скрипит на зубах. Ее вообще не чувствуется. Кстати, если вы любите кокосовую стружку, то перемалывать ее совсем не обязательно. Добавляйте сразу вместе с мукой. Если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Смотрите на канале и другие рецепты постных пирогов, не менее вкусных и не только. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.